Всем привет, дорогие друзья, и сегодня Блокада сделала обновление. Итак, все, что добавили, я даже не скажу, что все, что там много чего добавили. Давайте все-таки перейдем. Так, добавили винторез десерт. Он отличается винтореза тем, что у него побольше урона, но это совсем-то, ну как сказать, ну совсем пустяки. Но смотрите. Он может пробивать танк, он может ему наносить урон. Обычный же винторез не может такого делать. У него повышенная дальность. И, естественно, магазин тоже побольше. Так, добавили НТВ-20. У него повышенный урон. Он чуть-чуть похож на барет. У барета даже обоймы побольше будет. Но смотрите. Конечно, есть у него один минус. Когда ходишь, нельзя стрелять, надо обязательно останавливаться. Итак, у него функция такая же. Он может наносить огромный урон танкам. Сносит он их где-то с 3 пуль. Темп у него такой. Ну, маленький, конечно, но все-таки против танков. Противотанковое оружие. Так. Походу, больше ничего не добавили. Давайте перейдем к технике. Да, смотрите, добавили. Вот технику мы видим, легкий танк, у него маловато прочность, брони тоже на минимум, но скорость и перезарядки и наведение больше, чем у остальных танков. Но средний танк, он сбалансирован по всем параметрам. Вот это что-то типа такой средний вариант, если вы не хотите, а если вы хотите быстро проматываться по полю, быть сильным, крепким, то этот вариант как раз для вас. А если вы хотите только атаковать и атаковать скрытно, или даже брать весь урон на себя, то выбирайте тяжелый танк. У него прочности побольше, чем у остальных танков. Брони тоже, скорости, можно сказать, на минимум, перезарядки тоже, наведение тоже на минимум. Ну, если честно, от среднего танка он так сильно не отличается вот по этим параметрам, по этим трем. Вот двумя первыми очень сильно. Итак, еще что нам добавили в нашу игру любимую, так это рекомплект. Состоит он из 50 штук, ну, как сказать, не знаю, гаек или что там. Он полностью восстанавливает прочность танка. Я, конечно, не знаю, зачем это, когда у нас вот есть гаечный ключ. Это как-то странно, может, он более эффективнее, как-то быстрее, так как он выглядит. А, тут у него тоже ключик, а не, ошибся, так. И добавили КПВТ. Вот, крупнокалибренный пулемет Владимирова танковый. Срок действия не ограничен. Итак вот, чем же он обладает? Первое, у него другой скин, ну, другой скин пушки. Если мы заметили, если мы, ну, будем очень внимательны, то они отличаются. Ну так вот, эта пушка наносит намного больше урона. Ну я не знаю, как сказать намного, может вот, вот до этого кубика. Ладно, давайте все-таки перейдем к более значительному обновлению. Так, добавили, вот, изменили текстуру каски и брони в магазине. И ТНТ тоже изменили. Ну так вот, добавили новые снаряды. Это называется 3БК-18М. Всего за 10 золотых вы купите 50 штук. И смотрите, чем же этот лучше обычного снаряда. Он наносит просто, не знаю как сказать, просто заграничный урон танкам. Если вот купить тяжелый танк и купить еще 3БК-18М, то просто вы, наверное, за один раз уничтожите танков 10, если будете пользоваться этим снарядом, то есть, извините. Итак, дальше добавили 30Ф-26. Он обладает осколочным фугасным эффектом. Это, смотрите, когда вы, например, даже если... Вот. Но он эффективен против пехоты тем, что когда, если вы даже промахнулись по пехоте вот этим снарядом,
то при столкновении он, как сказать, при столкновении он разрывается на осколки. Вот вы представьте сферу, которая быстро расширяется, и она наполнена пулями. Вот это то же самое. И просто если где-то видите кучу человек, вы стреляете с этой, как сказать, 30 Ф-26, то, блин, там от них ничего не останется. И вот, сейчас мы переходим к самому сладкому. Так это скины. Вот, я недавно выложил видео по блокаде. Я был сильно расстроен тем, что они ничего не добавили на Хэллоуин. Но хоть с опозданием, но они добавили. Смотрите. Они добавили Фредди. Знаменитый герой всех ужастиков. То есть, ну да, любительских же ужастиков. Ну а так он, это, как сказать, герой из фильма «Фредди Крюгер». Дальше, Джейсон. Он, я не буду рассказывать вам даже краткую историю, потому что она у него большая, но... Ладно, добавили скин Джейсон. Хранитель за 100, за 100 золотых. Это что-то типа вот этих, это тоже такие элитные. Я не знаю, из какого он фильма, конечно, взят. Ну ладно, похож башкой на Слендермена. И вот добавили зомби-мальчика, зомби-девочку. И добавили, как сказать, не скины, это как-то даже, это окраска, можно сказать. Или крашеный металл даже. Вот пустынный ЛТ, он выглядит вот так. Давайте я быстро перемотаю под музычку. Ну вот, я закончил с прокруткой скинов для танка. Итак, смотрите, прежде чем купить вот на первый взгляд попавшийся вам интересный, не знаю, фрагмент этой коллекции скинов, вы посмотрите, для какого танка он. Вот смотрите, это для легкого, тоже для легкого. Вот этот уже для среднего, а вот этот уже для тяжелого. Данную информацию можно, естественно, прочитать вот здесь. Ну так вот. Покупаете скины, будьте осторожны. Имеется ли эта техника у вас в гараже или нет. Вот, посмотреть танки можно вот тут купленные. Ну вот. Вроде на этом все. А, да-да-да-да. Я забыл вам продемонстрировать, что добавили в танки еще нового. Ну так, давайте все-таки перейдем. Но спустя несколько секунд загрузки мы все-таки появились в этом чудесном месте. А почему чудесном? Потому что NASA, я редко вижу вот таких архитекторов. Это очень хорошие люди. Вот, привет, я тебя снимаю, да? Ты попадешь на YouTube. Ты, конечно, этого не знаешь. Ну ладно, так. Вот я просто обожаю таких людей, которые строят что-то. Я сам просто люблю строить. Ладно, но сейчас не об этом. Вот давайте сейчас... Вот, найдем танк. Он как раз вот здесь. И вот, добавили... Как сказать вам, да, как вам это показать? Добавили броню. Вот. Добавили калибры. Вот мы видим это тут. Добавили значок жизни. Итак, походу сейчас. Так. Сейчас проверяю. Походу изменили прицел немного. Он был, походу, чуточку другим. Ну вот. Давайте сейчас посмотрим, изменили ли они, ну. Как сказать? Опа. Ща. Да, блин! Ну. Да. What the fuck? Я давно не играл, тем более в танки. Я вообще не играл. Ну так вот. Вот я хочу прислушаться, изменили ли они, ну, ща.
звук передвижения танка, то он был чуточку залаганным. А ребят, походу, его вообще убрали. Да, так и есть. Вот мы выходим из танка. Вот он думает, что мы вышли из него. А. Извините, что так громко. Ладно, все. Так, давайте что ли немного поиграем. Ну вот, видео подходит к концу, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и заходите на канал, смотрите остальные видео по блокаде и по другим играм. До новых встреч!